Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас очередной выпуск сардельки. И я решил все-таки не тянуть с эволюцией, а докачать. Как видите, самики по чуть-чуть подкопил за сегодня. Сейчас еще постараюсь добить. Есть у нас вкладка достижения, где можно за определенное прохождение получить дополнительно самый, и соответственно этим мы сейчас займемся, бырику пофармим. Вот следующая цель у нас 200 самов, которые мы можем получить за то, что убьем 20 противников. Но это, конечно, еще не так легко сделать, как кажется, потому что могут развалить в любой момент. Ну, красавчики. То есть надо нам победить 10 противников еще, и мы получим нормальные плюхи. Плюс параллельно я делаю дальше просвет, качаю для тыковки. Для чего вы узнаете попозже. Тоже это покажу вам. В общем, это бездонатный аккаунт, который развивается без крупного доната. Ну, то есть вообще практически без. Единственное, где мы закинули, я думаю, как и все нормальные, 78 рублей, это не донат. Мы забрали подарок этой GG. Да, это был подарок, но он был платный подарок за минималку. Донат, если вы так, ну, чтобы вы ориентировались, что такое на сегодня донат. Донат — это свыше там шапки и остального. И то шапка — это уже не донат по нынешним меркам битвы замков. Так, отлично, мои герои без эволюции. Ай-яй-яй, купидончика слили. Ну ладно, у нас есть тыковка. А, вот, и мы сегодня сделаем первую эволюцию. Я еще думаю, пока вам снимаю сейчас это видео. Да блин! Кого не кинь, блин, вечно сливают. Есть такая запара. Попробуем так. Как видите, надо магию брать, без магии никак. Так, что там у нас? 193, еще 7 противников. Ну, надо набить свыше 50%. Это считается за победу. То есть таких достижений есть очень много. Можно их выполнять и, соответственно, получать на раннем развитии аккаунта плюшки. Жестко. Минус 2 героя. Вот так вот и фармим. Так, попробуем ее. Блин, жалко, Афинку слили. С ней быстро фарм шел. Попробуем Дрейка. Да, лучше Дрейка. Такс. Как видите, силушка растет уже. 82к. Ну, можно еще больше поднять. Я пока не спешу, потому что, как видите, пошли герои с эволюциями. Ну, у противника они, мы их просто выносят. То есть мы будем постепенно прокачивать тоже героев своих, ну, основную пачку, скажем так. Так, Колян Бокс. Поехали дальше. Блин, опять я без махи. Сейчас меня тут просто ушатают, скорее всего. Да, надо выходить. Ну, надо магию качать. То есть я сейчас докачиваю на 16-е хранилище. И потом мы с вами будем... Так, держимся. Блин, Фрея, конечно.
Вот у меня дилемма. И либо Фрея Анубиса мне по сути сейчас качать, знаете, как-то, ну, бессмысленно. Хотя, с одной стороны, он на подземках будет тоже лучше. А с одной стороны, Фрея, тыква. Ну, я сейчас посмотрю в плане универсальности. Сейчас подумаем, дофармлю уже самое, чтобы у нас хватило. И определимся. Кого же все-таки лучше? Ну, как видите, там вот герои с эволюциями. И мои без эволюции, без проблем разбирают прокачанные. Не все только решает эволюция. Скажем так. Так, отлично. Что там у нас еще нету? Так, еще два противника, ребят, осталось. Ну, посмотрите, какие противники уже попадаются. Так, 40%. Ну. 50 есть, добили. Красавчики. Ну, еще одного. Ну, раз на раз не приходится, но видите, здесь ребята, которые подольше играют, побольше играют, у них прокачки, соответственно, намного лучше. Так, есть. С этим разобрались. Отлично. Вот, дали нам достижение. Плюс 195. Дальше у нас, как видите, 390 самов дадут, но это надо 1000 сражений выиграть. Такс, а теперь поехали. Наш алтарь. Мега-мега-супер алтарь. Без доната. Что у нас есть? Какие герои есть? Ну, так вот, на первый взгляд у меня есть, как видите, тыква, которая может быть переведена на 10-ю звезду. Но я сидел, думал. Тыква классная. В принципе, ее и так пока будет хватать. Можно и сои поставить, оживу. Для подземок, думаю, нам прокатят. Анубис, честно говоря, он и так бьет, если посмотреть. Он бьет процентуальный урон. То есть, ну да, мы повысим ему атаку. Ну вот. Это не особо нас спасет. Вот видите, снижает атаку на 42, то есть наносит урон равный 300 от атаки, максимум 100 целей. То есть на атаку да, влияет. С востребованных на сегодня у меня это, конечно же, Фрея. И скорее всего я ее сейчас кину на эволюцию. Почему? Потому что, во-первых, она у меня будет использоваться, ну как и у всех, во всех локациях, PvP, фарм локации, плюс ей иногда не хватает урона. Когда мы сделаем ей эволюцию, мы сможем сделать аугментацию и сможем добавить и чары, и созвездия, соответственно, герой станет намного сильнее. Плюс немножко добавим жизни, потому что для Фреи это тоже печалька, самая такая проблема. Так, окей, поехали. 1300. Забрали мы отсюда немножко самиков. Догоняем. Я сейчас посливаю вот эти книжки ненужные. Пока место занимают. Не беспонтовое. Так, и дальше у нас таким образом, видите, много идет. Сейчас попробуем еще дофармить золото. А у нас, в принципе, есть для этого подземочки. Точнее, волны, а не подземки. А мы быстрее сейчас нафармим все. Пропуском. Вот видите. Таким образом и качаемся. Если вы там пропустили, у вас есть возможность потом позабирать плюшки.
же самое пропуска волн, это очень отличная тема. Так, что-то нам золото не дают совсем. Так, отлично, отлично. Тыковка, наверное, будет, скорее всего, следующей. Потому что, ну, посмотрим, как я буду. Я пока дошел, прошел только первую кошмарку. В планах побыстрее зафармить, конечно, и остальное. Так, ну, посмотрим. Пока у меня нужда именно Фрей. Так, усовершенствовать 1396. Вот так вот. Нам еще даже не хватает. Сейчас мы сделаем с вами лайфхак. Как получить еще дополнительно. Ой-ой-ой-ой-ой. Что я сделал? Это просто жесть. Вот это я лоханулся. Называется, короче, мы сделали эволюцию. Так готовился, так хотел сделать первую эво на аккаунте. И, короче, зафейлил. Я даже толком не посмотрел, что там произошло. Где я, что я сделал. Я, по-моему, что-то достроил. Короче, называется Epic Fail, ребят. Строителя, да, спасибо, спасибо. Освободил, блин, называется я себе строителя. Вот как бывает, когда спешишь. Это жесть. Ну, короче, ребятушки. Ставьте лайки, ждите уже следующий видос, где мы будем делать эволюцию героя. Это был Epic Fail. Я не буду говорить, в каком я бешенстве. Целый день, блин, сегодня проходил локации. Ради того, чтобы просто тупо зафейлить на сборе травки. Короче, еще вам один лайфхак. Никогда не спешите. Наймите сразу же всех строителей. Вот, видите? Вот так вот, ребятушки. Штуку самов просто просрали в никуда. Ставьте лайки, жмите репостики. Буду копить дальше. Такие дела. Всем удачи, всем пока.